45 лет на страже пожарной безопасности. Начальник 153-го поста 53-й пожарно-спасательной части станицы Смоленской Марина Лозовая в этом году отмечает юбилей трудовой деятельности. 6 марта 1978 года я пришла на работу в пожарную охрану Кубани по комсомольской путевке Советского райкома партии города Краснодара. Я начинала свою трудовую деятельность на головном предприятии мебельной фирмы «Кубань». Там находился наш офис. После этого в 1981 году я уехала на север и до 1995 года проходила службу в районах Крайнего Севера. На одном из пожаров на севере я даже получила ожоги. Сорвалась газовая установка в городе Надыме, это район Крайнего Севера. Я была там как раз в командировке. Ну ничего, осталась жива. Ожогов практически уже не видно за столько лет. В 1995 году Марина Николаевна вернулась на Кубань, где продолжила работу в МЧС. Вскоре женщина заняла свою нынешнюю должность, на которой трудится уже больше 20 лет. Мне всегда хотелось спасать людей, помогать им. Это еще было с школьных времен. Тогда, в те далекие советские времена, в каждой школе были созданы оперативные отряды. И вот я там была даже комиссаром. Сегодня Марина Николаевна принимает поздравления от коллег и начальства. В подчинении у этой хрупкой женщины 18 мужчин, на каждого из которых она может положиться в любой ситуации. От лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского района, от лица Северского пожарно-спасательного гарнизона поздравляем вас с сегодняшним прекрасным днем, с юбилеем вашей службы на благо жителей Кубани, нашей станицы Смоленской. Поэтому желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях. Вы большой молодец.